Всем привет-привет! Мы продолжаем наше приключение в игре Dave the Diver. В предыдущей части мы закончили на том, что к нам обратился доктор Бекон и попросил нас найти артефакт. Что ж, давайте продолжим. Так, нам нужно улучшить наше оборудование. Я думаю, по-любому нам нужно грузовой ящик улучшить, чтобы можно было поднимать на поверхность больше рыб. Я думаю, даже еще раз улучшим. С 9 уже до 19 килограмм. Улучшим, конечно же, баллон для воздуха. Все, больше мы ничего сделать не можем. Так что давайте погружаться. То есть мы увеличили больше, чем в 2 раза нашу грузоподъемность. В связи с этим мы сможем поднять больше рыбы на поверхность. И заработать, конечно, больше монет уже в суши-баре. Погнали. Так, вот первый ящик, про который говорил Дав с оружием. Ну, здесь не оружие, а просто наконечник гарпуна. Но все же он увеличивает урон с нуля, можно сказать, до 3. То есть, если сам ружье наносит 3 урона, и наконечник 0. То есть у нас получается на выходе все 3 урона те же. А сейчас у нас будет от самого ружья 3 и плюс еще 3 от наконечника. Плюс урон ядом. Так, бейсбольный бит — это вместо ножика. Оружие ближнего боя, если надо будет отбиваться. Так. Ай, не получилось. Блин. Умерла рыбка. Вот это очень плохо. Стой, я тебе сказал. То есть вот теперь 6 урона. И мы сможем ее за один раз поймать. Если до этого приходилось 2 раза, сейчас у нас уже 1 раз. Патроны к ружью нашему, у которого 8 зарядов. Так. Вот, мы нашли новое оружие. Но оно мне очень сильно не нравится, поэтому брать я его не буду. Я оставлю старое. Оружие — обычная винтовка. Так, там я видел кастрюльку, поэтому давайте сплаваем туда. Может быть, что-то годное выпадет. Мне нужна соль. Потому что ее вроде как вообще нет. Блин, опять соевый соус. Ладно. Что поделать. Так, что... Ой-ой-ой. Я ее не заметил, эту мурену. Было бы не очень, если бы она нас цапнула. Так, что у нас здесь есть? О, есть детальки. Они в будущем нам понадобятся для создания апгрейда оружия. Так, медуз не трогаем. То еще ужалят. У нас кислорода и так пока не так уж и много. Так, что-то там я видел светилось. О, ящик с оружием. Опять гарпун. А, нужен наконечник гарпуна. Ну, 4 уже урона, плюс урон от электричества. То есть иногда будет рыба парализоваться. Так, что у нас тут? Опа, еще один ящичек. Нам нужно сейчас искать просто другие виды оружия. Блин, улучшается. Ну ладно, давай улучшим. Конечно... Я не этого хотел. Так, здесь тоже ничего особо нету. Но нужная нам рыба. Иди сюда. Что я наделал? Блин! Я не хотел этого. Вот другая мини-игра. Теперь АД надо нажимать. Я не хотел, я думал, у меня выбран гарпун. Случайно ее застрелил.
Ой, блин, как так можно было? Это просто провал. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Да, пока мы будем на этой рыбке зарабатывать. Этих мы даже не будем трогать. Тут этого оружия скорость намного лучше, чем у бейсбольной биты. Так, водоросли не будем больше понабирать, хватит их. Пополним запас кислорода. Ты чё такая агрессивная? Ты чё такая агрессивная? Я ж тебе ж ничего не сделал. Оп. Да, блин, нет, нет. Ай! За что? За что ты меня ужалила? Сколько их тут? Блин, опять улучшение. Да что за невезение-то такое? Зачем мне это улучшение? Лучше просто было это. Так, быстрее плывем отсюда. Лучше бы просто другой вид оружия был. Пробовал у нас. Ну вот на эту рыбу уже не хватает у нас мощности этого гарпуна. Опа, пропустил чашку. Ух ты ж. А вот и акула, я тебе сейчас отомщу. Иди сюда. Теперь я уже, блин. Да, меткость, конечно. Все, блин. Вот так вот. Так будет с каждым. То им тут не нравится, это не нравится, все. Теперь я уже с винтовкой. Теперь уже никакая акула мне просто ничего не сможет сделать. Ну хотя ладно, нет. Есть акулы, которые смогут. То, что мне и надо было. То, что надо было. Только это мне нужно было немножко раньше. Хотя сейчас посмотрим. Есть тут нужная мне рыба, вот она. То есть мы берем оружие усыпляющим дротиком, стреляем. Рыба уплывает, какое-то время плавает и спит. Отлично. Так, теперь мы... Так, что мы выкинем? Думаю, мы вот... Ладно. Мы выкинем вот этих парочку рыбок пока что. Раз.
тебя стрельнем. Тебя стрельнем. Сейчас перезарядим наше оружие. Все, спать. Так, нам срочно нужно найти баллон с кислородом. Потому что кислорода уже осталось очень-очень мало. Блин. Это плохо. Так, новый вид рыб уже появился, потому что... А вот, все, есть баллон. Замечательно. Нет, не трожь меня. Не вздумай меня трогать. Сказал нет. Раз, подняли. О, новый вид водорослей. Комбу. Сука! Просто сука. Да не хотел я. Я хотел в каракатицу попасть. За что? За что? Вот это мне не нужно, это мне тоже рыбка не нужна. Ай, блин. Я хотел каракатицу поймать. Давайте ее просто попробуем поймать. Ты какая она? Не хочет. Ладно, у нас кислорода уже не так уж много, поэтому мы подбираем артефакт. А вот и осьминог. Хороший такой размер. Поймать бы такого. Там можно было бы просто на миллион человек суши наготовить из осьминога этого. Конечно, тебе придется сразу вернуться. Я бы, увидев такого осьминога, больше бы этот, даже вообще бы сюда бы не погружался, бы уплыл бы как можно дальше. Так, блин, надо всплывать срочно. Где-то здесь была капсула. Быстрее всплываем. Кислород заканчивается. Вот, все, есть капсула. Фух. Повезло. Но этот мне заплыв не очень понравился, потому что очень мало оружия было. В основном просто улучшение, которое на данный момент является бесполезным. Ну давайте раскроем. Все, прощай, доктор Бекон. Ты куда там пиво, блин, хлещешь? Отлично, 300 монет. Так, вот.
300 монет, это очень-очень хорошо. Чего? А, отремонтировали они суши-бар. Ну, ну да, уже выглядит солидно, солидно. Хм. Так, вот, нам теперь доступен интерьер. То есть мы можем его извините, столь долгое ожидание. Нужно было срочно отойти. Так, вот, теперь он говорит, что можно пользоваться сетью Cookstyle. Это типа кулинарного инстаграма, чтобы именно развивать свой суши-бар. Рассказать про него, чтобы люди увидели, что здесь происходит, и приходили. Так. Ну да, это логично. Делать какую-то рекламу своего заведения. Все, давай, Дэйв, создавай аккаунт. Все, аккаунт создан. Все, теперь нам нужно будет уже зарабатывать лайки, тем самым повышая рейтинг нашего ресторана. Так, покуда что рейтинг нулевой, потому что еще не было. О! Так, я поставил лайк. Так, чтобы следующий повысить рейтинг, нам нужно 10 подписчиков, которые поставили лайк. Ну что? А, кстати, интерьер посмотреть. Такой. Ну, кстати, такой более красивый. Мне вот этот больше нравится. Причем он бесплатно. Тут стулья платно, мы точно их не будем пока делать. Так. Ну все тогда. Оставляем мы только это. Возвращаемся на лодку. Так, у нас сейчас появилась небольшая касса. И мы сможем улучшить снаряжение. Так, 325. Я думаю, стоит это сделать. Да, я думаю, стоит это сделать.
То есть никогда не помешает дополнительно там сколько. Было 19, стало 28. Дополнительно 9 килограмм. И как я понял, всегда акула плавает с правой стороны, поэтому начнем оттуда. Опа, дельфин. Ха. Ничего себе. Вот это уже интересно. Следовать за дельфином? Ну ладно, погнали. Куда ты меня, интересно, сейчас отведешь? Так, главное, не в какую-то... не засаду, блин. То мало ли. Сейчас я с тобой поплыву, а там опа, и все. Так, стой, дельфинчик. Прости, секунду. Мне нужно собрать. Опять не то, что надо. Ну ладно. Да чтоб тебя. Опять. Ой, блин. Опа. Розовый дельфин. Так. Разорвем сеть, конечно же. Хм. Ну, кстати, розовый дельфин. Прикольно. Интересно, вообще есть такие дельфины или нет? Уплыли, ничего не этот. О, какой-то подарок. Что там за подарок? А, жемчужина. Понятно. Так, что у нас тут еще есть? Баллон. Это нужная вещь. Блин, вот против часовой стрелки не очень удобно крутить. Если по часовой еще нормально, вот против часовой как-то не очень удобно это делать. Блин, улучшение оружия, да чтоб вас. Почему так не везет? Мне нужно не улучшение оружия. Мне нужно просто другие виды, чтобы попадались оружие. Вот против часовой вообще удобно. А вот по часовой, ну, вообще делать это неудобно. Ну, либо это лично мне только неудобно. Так, что у нас тут? Это нормальная вещь. Быстрее плавать сможем. Так, сейчас мы ищем, в первую очередь, это акулу. Нам нужна акула. Акула, ты где? Покажись. По идее, она где-то в правой части. Так, вот, мы уперлись в стенку. Значит, где-то здесь она должна быть. А, о, чашка. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Медуза, блин. А вот и акула. Так, только я хочу сплавать вот туда. Опасно. Опасно. Возле мурены, блин. Начал ловить рыбу. Так, проплываем. Акула. Ну, я думаю, наверное, акула будет на продаже дорогая.
поэтому стоит. А! Блин, схватила меня, зараза. Блин. Отвянь от меня, блин. Захотела она, видите ли, меня тут схавать. Не-не, так не пойдет. А где-то здесь был баллон, помню. Где-то здесь был баллон. Вот он. Кислородный. Все отлично. Так, на задании никаких нету, да? То есть мы сейчас просто плаваем. Добываем рыбку. Вот, я хочу вот эту рыбеху. Только надо вот это, которая тут была, выкинуть. Потому что трехзвездочная. Ой, двухзвездочная — это нормально. Вот однозвездочная, но это вообще не кайф. Просто бесполезный кусок. Каракатицы. Я вот в прошлый раз хотел поймать каракатицу. А если в нее стрельнуть? По идее, типа, надо нанести какой-то определенный вид урон. Опа! А ты кто такая, бля? Отвали от меня. Так, посмотрим, что это за рыба. А, большая барракуда. Не, нам она не нужна. Барракуда нам не нужна. Нам нужно что-то другое. Блин, ну мне реально не везет на оружие. Как так-то? Блин, все. Предельная глубина практически. Плохо. 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 Так, что это за подводные течения тут? Так. Опасно. Ой, я вижу какие-то колючки. Что тут у нас есть? О! Нормально. Блин, там чашка есть. Надо как-то попытаться будет ее этот взять. Да куда ты потащила меня, блин? Ведь нет, нет, нет. Да стой ты, блин. Не, нафиг, не буду трогать это. Ну за что, блин? За что, блин? Что у нас тут? О, вижу. Ладно. Кстати, там оружие, поэтому по-любому сплаваем туда. Где тут чашечка эта серебряная? Угу. Опа, снайперская винтовка. Так, практически максимальная глубина. Это плохо. Ты чего вздулась там? Ты чего вздулась? Используя shift, получается, тратится кислород.
Так, где тут еще есть что-нибудь такое интересное, что можно поймать? Я бы еще, конечно, какую-нибудь акулу хотел. О, кстати. Кстати, как туда добраться? Опа, вот и акула. Иди сюда. Я сказал, иди сюда, блин. Че, блин? Ха! Получила, блин. Блин, кислород заканчивается быстро. Всплывай. Всплывай. Фух. Что это за акула, блин? Длинноносый пилозуб. Жестко. Так, 28. Это у нас получается сколько? Предельный вес. Если у нас выходит примерно, в принципе, может что-нибудь здесь, вот эту какую-нибудь такую рыбку выкинуть. О, отлично. Да, возьмем детальки и ракушку. То есть 2,8 это 5,6, 11,2. 11,2 это 40% у нас получается. Поэтому, ну да, вот, наверное, где-то 41 килограмм это будет уже максимально. Чуть больше 40%. Блин, так, что тут еще можно выкинуть? Руду надо по-любому подбирать. Давай звездочку одну выкинем. Давайте, мне вот эта рыбка нравится. Я смогу ее, интересно, этот словить. Ох ты ж какая, не захотела. Да ничего себе. Сколько? 3 раза уже. 4. Да вы чего, блин? 5. 6. Да ну нафиг, блин. Вот это 6. Ого. Жестко. Отвали, блядь. Так, новое оружие. Ладно. Вообще уже. Неадекватная рыбина, блядь. Чё от меня хочешь? Так, там патроны. Интересно, опа, несколько рыб можно одним выстрелом. Так, мы ищем еще ящики с оружием. Вот он есть, отлично. Дайте мне пистолет с усыпляющими дротиками. Плохо. Ну ладно. То есть теперь мы можем создавать это ружье другого типа. Но вроде как оно совсем не очень. Приходится очень близко подплывать. Поэтому обычная винтовка намного лучше. О, тройной аксель. Хм.
акула, акула. Нормально. Так, уже вечер. Ну да. Недостаточно рабочих. Да понятно, что рабочих недостаточно. Мне тоже, блин, такому пухляшу бегать туда-сюда. Это не очень хорошо. Надо кого-то найти. Так. Угу. Обиделся, что только его не упоминает нигде. Ну, все еще тот же. Опа, они знакомы, получается. Да. То есть получается, его откуда-то выгнали из-за того, что клиент пожаловался. Кстати, у меня ж я шакулу уже ловил. Наверное, можно будет от нее голову отчикать и создать блюдо. Ну нормально так. Моя гордость на кону, поэтому иди убей акулу. Нормально. Да уж. Выговор от Йоши. Так, можно исследовать новые блюда, да? Так, голова акулы. Что у нас тут требуется? Голова. Фу, 75 монет стоит. 70 довольства. А, с одной головы 5 порций. О, а вот это, кстати, хорошо. Давайте изучим это. Так. Что тут у нас? Новая анимация готовки. Отлично. Так, меню. Так, что это мы улучшим? А, ну это старая анимация, неинтересно. Блин, что-то я как-то слишком улучшил ее. У меня особо тут уже и рыбы не осталось. Так, ну голову по-любому мы ставим. Автозаполнение, нет, наверное, автозаполнение не будем. Так, скумбрия. Отлично. Опа, акула есть обычная. Еще одна акула. Блин. Ладно. Эту мы улучшим, ее подавать пока не будем, а эту... Ладно, вот эту мы будем подавать. Так, что у нас тут? А, вот это большая рыбеха. Это мы не будем подавать. Да, эту мы пока не будем подавать. Мы только... Все, погнали. Надеюсь, акула продастся целиком. Ужас.
Ну попробуй. О, блин. Супер. Ой-ой-ой. Блин. Тот, кто ее сделал, просто респект огромный. Йоши рекрутер. Давай, расскажи мне, как набрать персонал. Нажали. Так, реклама в виде листовок, телевизионная реклама, интернет-реклама. 154. А, за 0. Ну, конечно, листовки лучше. Хотя странно, за 0. Листовки же нужно распечатать, это тоже стоит денег. Или этот чисто первый раз, оно за 0. Так, на следующий день уже будет результат. Хорошо. Так, ребята, заказывайте акулу. Так, стоп, блин. Давайте отключить автоподачу, блин. Я не хочу, чтобы эту рыбу так часто. То, блин, что это такое, блин? Самое нужное блюдо, которое у меня самое дорогое. Они не хотят покупать у меня. Да и тебя сейчас отключим, блин. Мне нужно продать акулу. Только акулу. Все, нету больше этой рыбы. Акулу покупайте. Ребята. Нужно продать акулу мне. Да что это такое, блин? Ее вообще никто не купил. Ой, провал. Просто провал. Три куска акулы ушло в никуда. Это плохо. Так, опять этот. Угу. Ну и что ты хочешь еще сказать? Нормально. Кобра заключил контракт какой-то без моего ведома. Охренеть просто. Так, что там такое у нас? Так, лайки, лайки, лайки. Но мне не нравится странный парень, подающий их. Элли, да ты охренела. Одним словом. Просто охренела. Других слов у меня нету. Так, что у нас тут еще есть?
Это мы не можем сделать. Угу. Ладно. Так, ну что, на этом мы закончим данную часть. Всем спасибо. Ставьте лайки. До новых встреч.